как сегодня почти в каждом детском саду есть ясельная группа. За первые 6 месяцев этого года по программе губернатора Андрея Воробьева в городском округе появилось больше 300 дополнительных мест в ясли. В детском саду номер 52 такая практика уже давно. С малышами занимаются по желанию родителей полный и неполный день. Привыкать к детскому саду, уверены воспитатели, лучше с самого раннего возраста. По исследованиям педагогов и психологов считается, что ребенок лучше адаптируется к детскому саду, лучше привыкает к социуму именно в возрасте 2 лет. Потому что в 3 года, как мы знаем, начинается кризис 3 лет, и это создает определенные сложности именно в процессе адаптации к детскому саду. То есть в 2 года это происходит легче. Дети с интересом включаются в игры, привыкают к распорядку дня, становятся самостоятельными с малых лет. Отзывы родителей исключительно положительные. Да, у меня дочка, ей 3 годика, она только закончила ясельную группу. Нам очень, конечно, помогло, и адаптация к садику помогла, и развитие ребенка, как они занимаются, играют, привыкают к воспитателям.